В ночь на понедельник, 4 августа, российские пограничники открыли гуманитарный коридор, через который прошли более 400 украинских военнослужащих, сообщает представитель погрануправления ФСБ по Ростовской области Василий Малаев. Среди них оказались 164 сотрудника Государственной пограничной службы Украины. Также есть один тяжелораненый, который был госпитализирован в больницу города Гуково. В ближайшее время военные будут переправлены на КПП «Матвеев-Курган» для передачи украинской стороне, отметил Малаев.